Голубые глаза? У меня же были зеленые. Мам? Боже, настало твое время встретить соулмейта. Ох, как же быстро растут детки. Мам, что это значит? Ты поменялась глазами со своим соулмейтом. Теперь ты сможешь видеть то, что видит он. И зачем мне это? Глупо, так вы быстрее найдете друг друга. Отлично, и как я должна посмотреть, что он делает? Может, так? Не. Так. Блин. А может... Чё, 8 утра, он сидит на какой-то голубятне? Что с ним не так? Записываем уравнение. Я уже устала. Интересно, чем там этот чудик занимается? Что за хрень? На склеп похоже. У него что там, голубь откинулся в голубятнике, и он пошел вот того? Стоп, все равно жесть какая-то. Ник, твои глаза, ты скоро должна встретить соулмейта. Слушай, этого можно как-то избежать? Нет, он же тоже видит, где ты находишься. Блин, я об этом не подумала. Так договаривались сегодня ночуем у меня? Да, я помню. Что там твой соул делает? Ну нахер. Ну все, мам, я пошла. Там темно, когда идешь, звякни. Хорошо. Последний раз перед выходом посмотрю, как там дела у этого. Надеюсь, мне сейчас покажут обычную комнату парня-подростка. Что? Это же моя дверь.